И всем привет, ребят. Сегодня я вам покажу бак с алмазами в Бэдфарсе. Так, сейчас мы копим весы. Для этого бака нам нужны железо. 32 штучки. И на это все мы покупаем блоков. Так, блоки где? Заходи ты. Это нам не нужно. Давайте-ка для начала мы застроим кровать. А потом уже я вам покажу баг этот. Но для начала мы простроимся к алмазам, конечно же. Как баг с алмазами и без алмазов-то. Так, для этого бага нам нужно ровно 16 штук алмазов. Так, это будет очень долго, ребят, поэтому я остановлю запись. Итак, ребят, вот я накопил достаточно алмазиков. Теперь мы вот этот Iron Forge улучшаем. Просто нажимаем на него очень быстро и очень много раз. Все. Итак, ребят. Он прокачался на максимум. Вот, смотрите, даже изумруд испарится. Посмотрите. У меня было 16 алмазов. И посчитайте. Так, тут минимальное, самое меньшее 4, потом 8, 12 и 16. Сколько это будет? И мы всего лишь потратили-то, так, сколько там, 16 алмазов. Вот такой вот у нас баг. Давайте-ка мы доиграем эту карточку. Так. Давайте-ка мы эту часть освободим. Сюда мы это положим. Ой, это не так. Так. Ну, давай, подбирай. Ты чё? А, всё. Так, сколько надо ждать ещё? Давайте-ка вот так сделаем. Да, блин. Окей, чё-то долго мы ждём, поэтому... Давайте-ка мы побежим туда. Да, ребят, и не забывайте, что там надо очень быстро и очень много раз нажимать. Или у вас просто не получится. Так, давайте-ка мы попробуем это сделать с другими штуками. Так, нет, это мы уже не сможем сделать, поэтому давайте-ка мы здесь соберем. Так. Чтобы нам улучшить тут. Тут надо 8, поэтому давайте-ка мы выложим так. И быстренько нажимаем. Нет, не получилось. Это, походу, работает лишь с вот этой штукой. Прокачиваем. Так. Еще. Давайте-ка купим броньку. О, кстати, и на меч нам хватает. Так. Давайте-ка это мы улучшим. Сколько? 2 штучки. Так, давайте-ка мы купим блоков и фаерболов. Много так и вышло, я надеюсь. Вс.
Все, этого нам достаточно. На всю катку хватит. Так. Ах, да, мы ж не скрафтили себе. Так. Давайте-ка мы сейчас скрафтим их. Инструментами не скрафтили. Так, где они? Вот они. Так, чего не хватает, что ли? Ага, еще две штучки давай. И все, теперь хватает на все. Прокачиваем. И давайте-ка это мы все разложим. Вот так. Сюда и сюда яблочко. Побежим на синих. Они как раз... А, только они остались, походу. Окей. Ну еще. Пацаны, вас забабахаем. И в прямом смысле. Так, ты чё, пацанёк, там встал, а? Ты чё думаешь, у тебя получится меня победить, да? А вот и нет, давай-ка скину, скидывайся. А я тебя убью, красавчик. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте-ка. Нет, он не скинулся. Окей, давайте-ка еще раз. У нас много таких штук. Все есть, он скинулся. Не надо было тебе, брателло, туда лезть. А, так ты бросил свою кроватку, да? Окей. Это еще лучше. И где же ты? У них тут кровать находится, а? Давай-ка ты должен у нас умереть. Давайте-ка съедим яблочко быстро. Так, и где же у вас кроватушка? Мне интересно. Есть! Мы сломали. Так, давайте-ка убьем его. Он нам доставляет проблемы. Так, едим яблочко. А он там все еще сидит, братан. Так, давайте-ка мы отсюда выйдем. Заберем свои шарики. И забабахаем его. Шарами. Так. Где тут мои шарики? Так, вот они. Или может все. Окей. Давайте-ка его шарами скинем. Так, где он там засиделся-то? А, брателло, тебе не повезло. А ты чё там встал? А ну-ка быстро прыгал. Все. И мы победили. Двоечка себя взорвем. Не, не получится. Так, все, взорвали. А на этом мы, пожалуй, закончим. Всем удачи и всем пока.